Доброго дня. У нас события. Лесные пожары. Правительство Македонии ввело чрезвычайную ситуацию на месяц по стране. И с посещением лесов закрыло и полеты еще нам, ко всему прочему. Вот. И вчера был очень нервный день. Был пропущен очень хороший летный день. И сегодня произошло чудо. Местный мэр разрешил, открыл здесь полеты. Вот. Все с удовольствием, конечно же, приехали. И собираемся в торопях. Стресс, нервы сплошные целую неделю. То дуло, погоды не было, пришла погода, запретили, потом сейчас открыли. Ну что ж, жизнь продолжается, летаем. Итак, старт погоды достаточно нервный, немножко юг западет, смазывает, разбиваются мелкие пузыри, потоки формируются выше по рельефу. На средних высотах сложно наковырять что-то. Вот вылез наверх, сейчас мимо Крушева, держу движение на север, маршрут начинается. Наверху, похоже, запад поддавливает, узковато, рвановато, как-то так, 12 часов дня, подхожу к кресту. Так, оттягиваю на запад, наверху систем, здесь наветривается, потоки стоят, западный наклон идет, существенный достаточно. В промежуточной зоне идешь, нормальная скорость, чувствуется боковик. Слегка заюживает юго-запад, такой слабый, плоштулевой, да. Все локально. Сейчас попробую оттянуть на запад сколько-то, какое-то количество, какое-то расстояние. Далее возвращение на нашу систему. И хотелось бы посетить Солунскую главу сегодня. Итак, оттянув точку на запад, двигаюсь на восток, возвращаюсь на нашу систему. Западный фон у нас сегодня, обещают, здесь сильнее. Далее он нейтральный, в районе Сумской главы прилеп, ветер останавливается по верхам. Вот сейчас и проверим, посмотрим. Сейчас пока задача вылезти отсюда. Движение на восток. Итак, вернулся на нашу систему и сейчас двигаюсь краем долины, как обычно, традиционно. Посмотрим, что будет происходить на склонах, на предгорьях, которые постепенно поднимаются к Сумской главе. Хочется туда залезть, конечно, и оттянуть ее до конца. Ну, поехали, посмотрим. А потом кругом вокруг долины в сторону дома потихонечку, наверное, через прилеп. Классически. Движемся на восток, продолжаем. Прошлый вариант движения у меня был по линии склонов, соответственно, по линии перегибов. Сейчас я пойду предгорьями. Попробую этот вариант. При разных условиях он разный эффективен. Посмотрим, что сегодня. Итак, в наборе по предгорьям в сторону Солунской главы. Бочок нашей долинки. Ладно, моя задача сейчас залезть на Солунскую главу, абсолютно чисто здесь, в этом районе, ни дымов, ни очагов, и пройти ее, постараться до конца. Сейчас посмотрим, как пойдет. Сегодня летится, конечно, сложнее, более вяло, высота не такая, инверсия стоит пониже, набирается 2600, наковыривается буквально 2700 и все. Вот здесь сейчас посмотрим, попробуем вылезти повыше. Дорогие друзья, Солунская глава как на ладони. Здесь, правда, северо-западный фон немножечко встречный, хотя чуть-чуть, не критично, мешает. Да не мешает, нормально. Шикарные виды на Солунскую главу. Открывается вид на Скопье. Я вижу международный аэропорт Скопье. Отсюда, конечно, я на безопасном удалении, конечно, я в разрешенной зоне. Просто с достаточно большим высоты запасом видно далеко через хребет. Лечу вдоль системы, солнце постепенно переходит на юго-западные экспозиции. Ну что ж, грех не слетать эту систему до конца и развернуться обратно. Дальше уже по ситуации во второй половине дня. Вот сейчас, дорогие друзья, Скопье уже как на ладони. Солунская глава взята. Ура! 14 часов 2 минуты. Отлично прохожу по системе, по плану возвращения и продолжения маршрута. День продолжается, день в разгаре, ура, движемся вперед.
Здесь наверху очень классный запах доносится с еловых лесов, которые вот расположены вот там, на спуск, на западных позициях. Очень ароматный верх, и мне это все отдаленно напоминает Агдаг. Посмотрите, есть же похожий какой-то ландшафт. Лечу, получаю удовольствие, да. Рельефа-то неплохо. Единственное, что попутняк здесь немножко смущает меня. Но будем выбираться наверх и потом назад. И все тоже аромат сосновых лесов. И широченная дежурная зона. Просто вот дежурнее не придумаешь. Не халява, с забросами, с провалами, но нирвана, не в инверсии, все нормально. Просто глаз до глаза пилотируем. Сейчас некоторое время перестаю снимать, надо выбраться наверх, потом продолжение. Возвращаемся. Движение по западным экспозициям в сторону прилепа. Посмотрим. 15 часов 14 минут. Вот насколько хватит сегодня погоды, непонятно. Ну, где-то под сотню получится маршрут. Минимум. А дальше посмотрим. Неплохой день. Но бывают и лучше. И двигаюсь прямиком в сторону Трисковца. Неплохой запас высоты. 15 часов 35 минут. Хожу к Трисковцу. Сегодня у нас начало соревнований здесь, Украинен Опен, по-моему. Вот Леша Быстрицкий приехал, куча знакомых лиц, Женя Белова, вот и так далее. Полно знакомых, здорово. И как раз коллегам поток вот впереди работает у нас, товарищ на спортивном параплане. Ура, полет продолжается. Но красота, но красота. Ну что же, прилеп, дорогие друзья, соточка по маршруту. Двигаюсь дальше на юг. 16 часов ровно, маршрут продолжается в воздухе. 4 часа 26 минут. Вперед на юг. Итак, оттягиваем точку на юг. Далее возвращение в сторону прилепа, или же наискосок, как в прошлый раз, в сторону дома, в сторону Кривогаштани, старта. Посмотрим по ветровой ситуации. В долине здесь по дыму видно, который горит. Движение есть, конечно, с запада, но вроде не критичное. Но пока большие сомнения насчет работы равнины. Вот прилепы по западным экспозициям очень хорошо сейчас дорабатывает. Надо доедать эти экспозиции. Еще один сосед работает внизу по рельефу. Кстати, подлетаю к сливе, еще одно летное место, сайт под западной экспозиции, как и Трисковец. Так, похоже, я маршрут завершаю сегодня. Тяну к прилепу, подобраться будет проще. В воздухе 5 часов 12 минут сейчас, и на посадке доложусь окончательно. Ну, навряд ли мне удастся протянуть сегодня что-то против ветра. Даже здесь уже притухло, на системах немножечко слабее. Ну, приметил посадочную линию вдоль дороги подбора. Точка, вариант минимум прилеп, вариант максимум куда-то дальше, посмотрим сейчас. Так, выживалка по соплям, тяну вот от прилепа дотянул до 4-й деревни. Забавно, под вечерок отдает. Причем, чем позже, тем интереснее будет. Тут соседушка на бэшечке. Ладно, тянем сколько протянем, все, концентрируюсь на наборе. Итак, в воздухе 6 часов 12 минут. Половина расстояния от прилепа дотянута до дома.
дальше до конца. Вот сейчас тщательно высматриваю триггера. Шикарнейшая тренировка на этом финальном участке полета. Просто огонь. Огонь. А вот и следующий шанс. Потоки слабые, но есть. Так, 17 часов 56 минут. Потрясающий еще один термик. Хороший. Полторашечка. Где-то у нас... уже точно долетаю до Крива в Каштане. И это шикарно. Это уже шикарно. Ну и в табачок тоже не попасть. Вот отлично, стерня, то, что нужно. У-ху! Земля прям держит, не хочет. Фу, крыло хочет лететь. Супер полет, ребята. Треугольник под 135 километров. Аишный в полете 6 часов 38 минут. Начало под слабый-слабый штилевой юго-запад сегодня со старта с фазами в лицо. Медленное, неторопливое движение. Стартовал позже. Ну и погода, в общем-то, не ранняя, не сильно ранняя, в принципе. Но можно было бы, конечно, на полчасика, на часик позже-то и стартануть, и потихонечку ехать. Но ничего, тем не менее, оттянута точка на север. Взята Салонская глава. Оттянута точка, запланированная за прилеп. И фееричное возвращение сюда по соплям. Это вот что-то, вот это отдельная тема, за которой сюда нужно специально приезжать. Так что добро пожаловать на курс маршрутных полетов. Есть что рассказать. До новых встреч!